Бармбрек, ирландский кекс, хлеб или пирог, очень популярный и традиционный. Необыкновенно ароматная, сочная, полезная и вкусная выпечка. Обязательно испеките этот замечательный пирог, в котором минимум сахара и абсолютно нет жира. Сладость ему придают исключительно сухофрукты. Бармбрек буквально наполняет кухню ароматами апельсина, корицы, ванили. При желании можно добавить ром, виски, миндальную эссенцию. Считается, что бармбрек – дрожжевой хлеб. Но ирландцы чаще готовят упрощенную версию пирога с разрыхлителем. Именно такой рецепт предлагаю и я. Яйцо куриное – 1 штука. Сахар коричневый – 130 грамм. Мука пшеничная – 230 грамм. Сода – 0,25 чайных ложки. Разрыхлитель – 2 чайных ложки. Корица молотая – 0,5 чайных ложки. Мускатный орех – по вкусу. Ванильный сахар – 1 чайная ложка. Финики – 100 грамм. Изюм – 200 грамм. Чай черный – 1 чайная ложка. Вода – 250 миллилитров. Апельсин – 1 штука. Количество порций – 10. Подготовьте ингредиенты для приготовления бармбрека. Изюм и финики промойте и выложите в миску. Добавьте к сухофруктам цедру 1 апельсина. Чайную ложку черного чая залейте 250 миллилитров. Кипятка и дайте настояться 10 минут. После этой заваркой залейте сухофрукты и цедру апельсина. Оставьте на 8-10 часов, но если нет времени, то можно и меньше. В миску насыпьте муку и сахар. Если нет коричневого сахара, подойдет обычный. Добавьте корицу молотую, ванильный сахар, мускатный орех, соду и разрыхлитель. Добавьте яйцо. Влейте чай, в котором замачивались сухофрукты. Добавьте сок 1 апельсина и выложите замоченный изюм с финиками и цедрой. Перемешайте все ингредиенты теста для пирога. Оно должно получиться густым. Форму для кекса застелите бумагой для выпечки и выложите тесто. Выпекайте бармбрек в заранее разогретой до 170-175 градусов духовке 40-45 минут. Готовность проверяйте сухой деревянной палочкой. Если наколоть пирог и палочка выходит сухой, значит он готов. Готовый бармбрек извлеките из формы и можете сразу подавать к столу. Вкусно как в теплом, так и в холодном виде.